В Центральной библиотеке состоялась ежегодная Московская областная литературная премия имени Евгения Зубова, учрежденная администрацией Ленинского района и региональной организацией Союза писателей России. Эта премия собирает вокруг себя множество талантливых людей с разными судьбами, представлениями о бытие, пишущих в разных жанрах и не о похожих вещах. Но главная цель – сохранить и приумножить славные традиции литературной жизни области. Поэт Евгений Зубов жил и творил в Видном и оставил большое поэтическое наследие, которое по достоинству ценим мы, его земляки. Благодаря краеведам, которые активно сотрудничают с литераторами, удается сохранять память творца. По их инициативе на доме в Мисайлово, где он жил, установлена мемориальная доска. Одна из улиц носит его имя. Зубовские уроки в школах, открытый фестиваль-конкурс «Зубовские чтения» – все эти мероприятия прививают любовь к истории своей малой родины и способствуют сохранению преемственности между поколениями. Это все инициирует появление новых талантов, новых молодых дарований, новых авторов, новых поэтов. И это делает нас богаче культурно. Мы, его земляки, сумеем и сохранить, и приумножить доброе и хорошее дело, которое занимался Евгений Петрович Зубов – поэзия и творчество. За 9 лет существования литературной премии имени Евгения Зубова ее удостоились 54 человека, из них 28 – жителей Ленинского района, земляков этого выдающегося писателя. Вот и в этот раз одним из лауреатов стала учительница Измайловской школы. Она преподает химию, биологию. Казалось бы, ничего общего с писательской деятельностью. Однако, как и большинство номинантов, она пишет с молодости. У Ларисы Гладких вышло уже 2 книги. За одну из них она и получала в этот день премию. А «После дождя бывает радуга» – это сборник рассказов о жизни. Но больше всего писательница любит рассказывать о детях. Один мой знакомый маленький мальчик нарисовал радугу, а под ней много-много-много людей, и все улыбаются. Я у него спрашиваю, чему это они у тебя так радуются? А он, в свою очередь, удивился и говорит, ну ведь радуга от слова «радость». Поэтому радуга, наверное, это надежда на радость. Поэтому никогда не надо отчаиваться. Надо надеяться, верить, любить, любить всех. Зеркальный шарик утренней России. Другого награждаемого путь в литературную жизнь был неизбежен. Владимир по специальности врач. В 70-е годы он начал свою карьеру в Видновской больнице. После будущий поэт стал практиковать в Измайлово, где его пациентами были яркие писатели того времени. Он лечил их от болезней, а они заразили его поэзией. За год до этой премии познакомился со стихами Евгения Зубова. И они мне понравились. Они необыкновенно проникновенные, чистые и вот с такой какой-то загрудинной болью, обуходящей вот той России, я ее тоже видел, я тоже испытываю подобные чувства. С недавнего времени учрежден нагрудный знак лауреата Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова. Одним словом, эта премия не стоит на месте, развивается и набирает популярность. Юлия Погосян, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.